bus. Вообще, как холодно. Морская выдра, вы закончили с ремонтом? Там все очень плохо. Придется немного подождать. О, нет. Мы не можем начать исследование. Не бойся, морская выдра — лучший в мире подводный механик. Почти готово. Ой, вот так вот. На помощь! Помогите! Морская выдра! Так холодно! Морская выдра! Морская выдра! Ух ты! Как классно! Юху! Смотрите, это наш новый ледокол! Он классный! Ура! Замечательно! А? Что-то случилось! Тата, что случилось? Морская выдра, морское млекопитающее, превосходный подводный механик. Но он пострадал, пока ремонтировал исследовательское судно, идущее в Арктику. Он в опасности, и ему нужна помощь. Поможем! Спасатели, вперед! Суперспасатели! Помогите морской выдре! Не волнуйтесь, мы все сделаем! Анализирую! А вот и результат. Дядя морская выдра поранился и потерял мех на лапе. Поэтому он мерзнет и его температура падает. Все очень серьезно. Я сейчас его вылечу. Кики, что там у тебя? Все хорошо. У дяди морской выдры очень много меха. У морских выдр самый густой мех из всех животных. Мех защищает их и согревает в морской воде. Поэтому они работают в холодном море. О, понятно. Супер восстановление! Дядя морская выдра, вам лучше? О, вы очнулись, морская выдра! Суперспасатели! К
как вы? Как самочувствие? Я... мне гораздо лучше. Спасибо за помощь. Мне надо закончить ремонт. Корабль окружает все больше льда. Что происходит? На Земле все теплее, и полярные льды тают все быстрее. Мы с вами здесь именно из-за этого. Все готово. Уходим отсюда. Полный вперед. Ура! Продолжаем наше исследование. Спасибо вам, суперспасатели. И вам, морская выдра. Что? Корабль опять сломался. О нет, нас окружает плавучий лед. Мы окружены, мы застряли. Что же нам делать? Нам нужна поддержка из штаба. Тата, у нас новая проблема. Нужна поддержка Рудольфа. Так точно. Быстрее. Рудольф, Кики нужна помощь. Готовься и выдвигайся. Срочно. Понял. Пора задействовать мой новый ледокол. Айсберг кружится! Будь осторожней! О, нет! Ого! Ух ты! Морской автобус готов! Отлично, Рудольф! Нам нужно провести корабль через льды! Плыви впереди нас! Понял! Запросто! Ух ты, отлично! Потрясающе! Плывем за ним! Хорошо! Скоро мы с вами доберемся до места исследования! Вы увидите прекрасный ледяной мост. Ух ты, поскорей бы! Что происходит? О нет, айсберги рушатся одновременно. Какой большой. Ладно, давайте приступать. Не ломается! Лед слишком толстый! О нет! Мы застряли! Что же делать? Мы все умрем! Нам нужно срочно найти выход! Поберегись! У айсберга должно быть слабое место! Я его нашел! Вот оно! Рудольф, ударь ледоколом в отмеченную точку! Так точно! Прицеливаюсь! Полный вперед! Уходим отсюда! Смотрите, ледяной мост! Ух ты!
какой красивый! Нельзя допустить, чтобы такая красота исчезла! Давайте защищать природу! Добро пожаловать! Ух ты! Какой высокий! Дядя Жираф, я хочу машинку! А я динозавра! Хорошо, я сейчас все достану. Держи! Спасибо, дядя Жираф! Мой динозаврик! Хорошо! Динозаврик! Одну секунду! Нет, жираф! У меня болит шея! Я вызову суперспасателей! Фламинго такие изящные! Мне так нравятся их длинные шеи! О, что-то случилось! Тата, что случилось? Жираф. Самое высокое наземное животное. Сегодня на работе он повредил шею. Не может пошевелиться, и ему очень больно. Ему нужна помощь. Поможем! Спасатели, вперед! Суперспасатели скоро будут. Суперспасатели, помогите жирафу. Не волнуйтесь. Анализируем. Вот и результат. У дяди жирафа повреждены два шейных позвонка. Выглядит очень серьезно. Я его вылечу. Супер восстановление. Мне больше не больно. Шеей все хорошо! Почему вы грустите, дядя жираф? Мне не нравится моя длинная шея. А разве с ней неудобно? Совсем неудобно. Я потерял 100 работ из-за моей длинной шеи. Что? Однажды я работал шофером на ферме. А еще я работал в кафе, но... Я снова потеряю работу. Ой, дядя жираф! Где-то пожар! Бежим скорее! Угу.
пожарный! Мы хотим помочь! А, суперспасатели! Быстро прикройте нос и рот мокрым полотенцем! И все за мной! Сюда! Быстрее! Сканирую здание! Наверху кто-то в ловушке! О, нет! На помощь! На помощь! Юмил, тут дети на третьем этаже! Дверь завалила! Мне нужно время! Поняла! Мы что-нибудь придумаем! О, нет! Здесь слишком узко! Выше! Выше! Лестница не достает! О, дети в опасности! Что же нам делать? Кажется, я смогу! Послушайте, пожарный! Я могу достать! Пустите меня! Хорошо, постарайтесь. Съезжайте по моей шее! Слишком высоко! А вы не бойтесь! Смотрите, моя шея похожа на длинную горку, так ведь? Ого! Давайте, съезжайте! Я вас поймаю! Малыш, твоя очередь! Ну давай же! Осторожно! О нет! Суперскорость! Ура! Суперспасатели, спасибо вам! Мы не смогли бы без помощи дяди жирафа! О, я никогда не думал, что моя длинная шея поможет! Вообще-то ваша длинная шея очень помогла! Правда? Вы не хотите к нам в команду? В вашу команду? В смысле, я тоже смогу быть пожарным? Конечно, нам пригодится такой товарищ! С удовольствием! У меня новая работа! Поздравляем вас с новой работой! Да! Ваша пицца! Прошу! Ого, как быстро! Спасибо, белка-летяга! О, надо спешить, а не то я опоздаю! О, берегись! Дядя Белка-Летяга, что с вами?
Ого, как вкусно пахнет! Я заказала пиццу! Давайте, угощайтесь! Ух ты! Похоже, она вкусная! Сигнал тревоги! Теперь я съем все! Тата, что случилось? Белка-летяга, млекопитающее. Отлично парит и работает курьером. Но только что поступил срочный вызов. Он ушибся на работе. Ему нужна помощь. Поможем! Спасатели, вперед! Белка-летяга, держитесь! Суперспасатели уже летят! О, смотрите, это они! Дядя Белка-летяга, как вы? Мне так больно! Не волнуйтесь, мы вас сейчас осмотрим! Начнем анализ! А вот и результат. Он поранил Патаги. Что такое Патаги? Это кожная перепонка между передними и задними лапами белки-летяги. Патаги позволяют белкам парить в воздухе. А с повреждениями они парить не могут. О, все понятно. Тогда сейчас я его вылечу. Какой упругий этот Патагий! А? Сколько здесь повреждений? Аппарат супервосстановления! Все готово! Мне гораздо лучше! Ой, кружится голова! Спасибо вам! О, нет! Я не доставил пиццу на праздник воздушных шаров! Мы вам поможем! Честное слово? Да! Здорово! Ого! Посмотрите на шары! Красота! На них так классно летать! Ух ты! Тут столько всякой еды! О, где же наша пицца? Праздник не получится, если на столе нет пиццы. Пицца! Хочу пиццу! И я тоже, я тоже! Простите, ребята, пиццы еще нет. Давайте поиграем вон там.
хорошо. О, спасатели! О, они доставили пиццу! Дядя Дао, вы заказывали пиццу! Вот, прошу! Спасибо! Дети заждались пиццу! Эй, ребята, пиццу доставили! Вот и пицца! Ура! Идите пиццу! Ура! Нам не лезть! Потерял управление! Надо звонить в штаб! Тата, у нас тут новая беда! Нам нужна пилот Момо, сейчас же! Понял тебя! Момо, Кики, нужна твоя помощь! Прошу, вылетай! Сейчас! Летающая Момо готова! Никогда больше так не бегайте. Простите нас, мы больше не будем. Спасибо, суперспасатели. Похоже, наш герой проголодался. Давайте вместе поедим пиццу. Ого! Ну, наконец-то пицца. Как же вкусно! Очень! Oh!
А почему рыбы прыгают? Тут так шумно, я больше не могу. Эй, вы потише, тихо! Странно, что это с ними? Кики, что-то случилось, поехали! Хорошо. Кейко, сегодня все ведут себя странно. Что случилось? Я обнаружил, что люди делают странные вещи. Кроме того, меняется уровень грунтовых вод и магнитное поле Земли. А это значит, что скоро будет землетрясение? Землетрясение трудно предсказать. Я буду следить за всем, что связано с этой ситуацией. А еще этим утром пропал почтовый голубь. Возможно, это связано с магнитным полем. Так что вам нужно поскорее найти его. Уже мчим! Суперспасатели, вперед! Я заблудился. Куда же мне лететь? О. Кики, мы везде уже искали, а его нигде нет. Что делать? Наверное, мы слишком высоко. Давай спустимся немного. Вижу, вон он! О, это же суперспасатели! Как хорошо! Мистер Голубь, вот вы где! О, вы ранены! Да, и мне очень больно. Помогите! Не волнуйтесь, Миу-Миу вас осмотрит. Сейчас! Начать анализ! Сканировать! Вот результат. Он поцарапал крыло веткой. Ой, но мне нужно доставить посылку. Не волнуйтесь, я помогу. Начать сжатие. Нашел! Начать сканирование и приготовиться! О, какой сильный ветер! Не могу прицелиться! Ага! Я знаю, что делать! Световая волна!
Ура, я могу двигать крылом. Ого, я снова могу летать. Ух ты. Большое спасибо. Магнитное поле Земли нарушает твою ориентацию. Мы можем доставить тебя на место. Спасибо, что показываете мне путь. Но что именно со мной случилось? Давайте разберемся. Связь со спутником. Сейсмоэлектромагнитный спутник круглосуточно наблюдает за магнитным полем Земли из космоса и помогает спрогнозировать землетрясение. Обычно магнитное поле Земли выглядит вот так, но сегодня оно выглядит по-другому. Вот почему ты сбился с пути. Теперь понятно. Солнечная ферма. Да, это здесь. Для лягушонка в колодце рядом с кукурузным полем. О, это там. Помогите нам! Помогите! 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 Пожалуйста, помогите! О нет, лягушки в опасности. Поможем им! Смотрите, кто-то пришел к нам на помощь. Папа, это суперспасатели! Привет, я капитан Кики из команды спасателей. Спасатели, это спасатели! Привет, я лягушонок. Привет, лягушонок. А, что происходит? Вода очень горячая. Вы знаете, что случилось? Мы живем здесь уже давно, все было прекрасно, но сегодня вода стала очень горячей и начала подниматься. О нет, она опять поднимается! Пожалуйста, спасите! Не волнуйтесь, команда спасателей вытащит вас отсюда! Кейка, у нас еще одна проблема! Нам нужна помощь Момо! Понял, пилот Момо. Кики, нужна твоя помощь. Пожалуйста, вылетай немедленно. Есть! Мама уже в пути. Опускай спасательную корзину. Мама, поднимай. Сейчас. Мой дом. И мы не взяли никакой еды. А как же мои игрушки? Будут другие. Еда, дом. Все у нас будет. Правильно. И у вас будет еще больше друзей. Мы спасатели. Мамочка, пузыри преследуют нас. О нет, вода поднимается слишком быстро. Что же делать? Как нам выбраться? У меня идея. Момо, взлети повыше. Вода прибывает слишком быстро. Хорошо. Ух.
Папа, мы переезжаем? Да, в колодце стало небезопасно. Вода прибывает в пересохший колодец. Это может быть признаком землетрясения. Но могут быть и другие причины, такие как перемена погоды или что-то еще. А если это землетрясение, мы можем предсказать, когда оно случится? О, не совсем. Мы можем предсказать погоду, анализируя снимки облаков со спутников. Но землетрясение происходит глубоко под землей. У нас пока нет технологий, способных предсказывать землетрясение. И что же нам делать? Не волнуйся, суперспасатели позаботятся о вашей безопасности. Да, и нужно соблюдать правила безопасности, чтобы не пострадать во время землетрясения. Например, ставить мебель и тяжелые предметы вниз, а более легкие сверху. А коридоры и входы всегда должны быть свободными. Хорошо. Ну, вот и наш новый дом. Ой, чуть не забыл, вам посылка. Смотрите, это глобус! Надеюсь, теперь я смогу решить любую проблему, как суперспасатели! Суперспасатели в безопасности! Тренировка реакции. Бросок. Попался. Здорово. Нужно чем-нибудь подкрепиться. Продолжаем. Без проблем. О, срочный вызов. Мама, лови мой мяч! Пахнет вкусно! Мама! Кейка, что случилось? Бродячие муравьи, вид насекомых, маленькие, но по-настоящему сильные, подвижные эксперты, которые работают в группах. У них возникла проблема с доставкой вещей мисс Бабочке. Они все время ходят кругами. Так что мисс Бабочка обратилась за помощью. Вы нужны им. О? Суперспасатели, вперед! Остановитесь! Хватит, хватит! О, нет! Он упал! Где же команда спасения? А, вот она! Согласно карте, они должны быть там! Итак, сжатие, посадка! Добрались. Не бойтесь, мы позаботимся о нем.
Миу-миу, обследуй муравья. Хорошо. Приступить к анализу. Потерял сознание из-за упадка сил. Из-за упадка сил? Ему нужна подзарядка. Ура! Он пришел в себя! А? Куда ты собрался? А? Почему он ушел от нас? Не понимаю. Должна быть причина. Надо подробнее их изучить. Муравьи обычно следуют за лидером. Если с ним что-то случится, остальные оказываются растеряны и сбиты с толку. А, верно. Их лидер исчез после сильного порыва ветра. Куда он пропал? Давайте его найдем. Сканирование. Цель обнаружена! Он там! Помогите! На помощь кто-нибудь! Помогите! На помощь! Ой, он скоро увязнет в грязи с головой! Кики и Миу-Миу, команда спасателей! Верно! Мы спасем тебя! Супер-веревка! Спасибо, что спас меня! Обращайся! А теперь идем обратно! Внимание! Вперед! Марш! Левый, правый, 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 левый. О нет, опять сильный ветер! Будьте осторожны! Берегите личинки! Мои малыши! Спасите моих малышей! Положитесь на меня! Пойдем вместе! Они летят слишком быстро! Нужна подробнее штаб-квартира! Кейка, у нас новая проблема! Нам нужна помощь пилота Момо! Вас понял, Момо. От Кики поступила просьба о подмоге. Немедленно выдвигайся! За дело берется летающий Момо! Личинки. Я сообщу местоположение. Прошу, спаси их. Без проблем. Одни летят направо, другие налево. Они спасены! Они спасены! Ура! 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 И последний лист. Угу. О, его уносит. Поспешим за ним. Понял? Быстрей! Я
зацепился за ветку. О, нет! За мной! Ребята, все готовы? Да! Он летит налево! Ну-ка, поверните направо! Плохо дело! Опасно! Это все благодаря команде Кики Мил Мил. Пока, пока, пока! Ой, обожаю кораллы, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. А ну стой! Оставь кораллы! О нет, шеф-акула, уходим! Стой, стой! А ну остановись, стой! 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 Что это со мной? Мне так плохо. Кейка, что случилось? Акула. Разновидность рыбы. Полиция океана. Профессионально ловит преступников. Они все жутко его боятся. Во время погони за вором ему стало трудно дышать. Нужна ваша помощь. Так точно! Суперспасатели, вперед! Что же это со мной? Где же суперспасатели? А, вот же они! Шеф-акула, что с вами? Я гнался за преступником, который воровал кораллы. Как вдруг... почувствовал, что не могу вздохнуть. Шеф, не остановитесь, мы вас осмотрим. Нет, я не могу остановиться.
Почему? Сейчас узнаем. Шеф-акула должен постоянно двигаться, чтобы вода проходила через жабры, и он получал кислород для дыхания. Если он остановится, он рискует задохнуться. Задохнуться? Не волнуйтесь, шеф. Сейчас я вас обследую. Вот и ответ. У шефа акулы повреждены жабры, поэтому ему трудно дышать. Ясно. Сейчас же приступаю к лечению. Миу-миу, я нашел рану. Жабры шефа-акулы поцарапал осколок коралла и застрял внутри. Должно быть, он попал туда с водой, когда шеф делал вдох. Так вот в чем причина. Сейчас я залечу рану. Супер-гарпун! Выполнено! Ха-ха! Спасибо, друзья! Я снова дышу свободно! Я полон сил и готов заняться тем воришкой! О! Нужно его поймать! Не расстраивайтесь, шеф! Мы вам поможем! Замечательно! Посмотрим! Нашел! Он там! У-ху! Никому меня не поймать! А? Эй! А? О, нет! Эй! А ну стой! Стой! Пока-пока! Не поймаешь! Надо спрятаться! Ничего не нашли, шеф? У шефа акулы обостренное обоняние. Он учует воришку, как только тот окажется поблизости. А? Ха! Тебе некуда бежать! Ага! О, нет! А ну стой! А, попался! Берегись! Кики, что нам делать? Помогите! Спасите! Нужно связаться со штабом! Кейка, мы в беде! Срочно пришли сюда Рудольфа! Вас понял. Рудольф,
Кики, нужна твоя помощь. Быстро собирайся и отправляйся. Есть! Рудольф решит любую проблему в море! Я здесь, Рудольф. Нужно разрезать автобус и вызволить оттуда шефа акулу и волка. Есть! Ура! Свобода! Никто меня не поймает. Спасибо за помощь, друзья мои! Суперспасатели! Вы молодцы! Вы тоже большой молодец, ведь вы ловите преступников! Я больше так не буду! Пока! Суперспасателями вы в безопасности!